попробовать с вами протестировать такое приложение, как Download YouTube Pro. Приложение, как по описанию поняла, помогает нам скачивать видеоролики из YouTube. Вот. И хотелось бы посмотреть, правда ли это, и насколько хорошо он это делает. Вот. Работает ли он вообще нормально. Заходим в магазин Windows 8.1 Professional. Выбираем категории развлечения. Вот оно у нас написано, развлечение. Категория на третья сверху. Вот. И находим вот это приложение. Открываем его. Всего одна оценка 5. Вот. Один скриншот. Описание. Хотите загрузить YouTube для автономного воспроизведения, попробуйте этот додаток, ну, дополнение. Вот. В принципе, похожие приложения есть тоже. Вот. Ну, открываем, посмотрим, что мы здесь увидим. Нажимаем кнопочку «Установить» зелененькую. Идет установка, загружается. Устанавливается. Установилась, открываем. Вот здесь вот в правом углу выскакивает окошко. Открываем его, нажимаем на него. Вот. И здесь сразу мы видим такое, как меню. Русский язык, по идее, должен быть, но мы сейчас посмотрим его наличие. А, вот настройки. Сейчас. Настройки наши. Выбила нас из приложения. Открываем через спуск, еще раз пробуем. Почему-то сейчас ничего не открывается. Сейчас его закрою и попробую открыть еще раз. Черный экран и все. Печалька. Через Alt F4 не получается закрыть этот черный квадрат Малевича. Попробуем выйти на рабочий стол и закрыть его вот так. И опять открыть через пуск. Не хочет открываться. Я думаю, немножко подожду. Несколько минут, может, минут 10, откроется ли оно. Попробую еще раз открыть, закрыть, и тогда смогу дать объективную оценку этому приложению. Открыть приложение получается, открыть и проверить его функциональность. Вот видите, оно само закрылось. Проверить его функциональность не получается, поэтому нельзя записать вообще обзор. И для скачки я его не рекомендую, потому что зря потратите время. Вот, надеемся, что со временем разработчики что-то сделают. Напишу сейчас соответствующий отзыв. Вот, и буду ждать, когда же что-то поменяют. Ну, в принципе, есть и похожие приложения. В дальнейшем попробуем использовать их. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления. Всего хорошего, пока-пока.